Один из наиболее авторитетных рейтингов университетов в мире, Quack Yearly Assignments, или QS, опубликовал рейтинг, по результатам которого Казанский университет значительно улучшил позиции. Все подробности далее. В этом году Казанский университет был представлен в 13 дисциплинах, в том году в 10. Добавились такие дисциплины, как английский язык и литература, позиции 201-250, современное языкознание 251-300 и компьютерные науки, позиция 501-550. Кроме того, ВУЗ значительно продвинулся в дисциплине образования, заняв 3-е место по России. То есть, если раньше это была 201-250 позиция, то сейчас это 101-150. То есть это очень важно, это означает, что мы вплотную приблизились к, к высшему эшелону, к первому квартилю. Это 100 ведущих университетов в этой части. Значительно улучшены позиции в дисциплине нефтегазовое дело. 51-е место в мире и 3-е в России. Лингвистика, позиция 151-200. Математика, 251-300. Экономика и эконометрика, 301-350. Отметим, что Казанский университет представлен не только в 13 дисциплинах, но и в 3 предметных областях. Искусство и гуманитарные науки, социальные науки и естественные науки. Была самая сложная и трудноуправляемая часть в этом рейтинге. Все, что было связано с академической репутацией. Вот наши инициативы по проведению специализированных форумов Times Higher Education, а также в области педагогики, нефтегазового дела, с привлечением ведущих консультантов, экспертов и компаний, начали давать свои результаты. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс.